Друзья, всем привет! Всем большой привет! Сегодня мы приехали на водопад Учанцу, но сегодня необычная погода, туман, дождь уже не прекращается двое суток подряд, а по-моему даже и больше. Он да, и дальше еще слегка потеплело, поэтому я думаю, что сегодня водопад Учанцу будет очень интересно выглядеть. Да, особенно нам самим интересно. Антураже. Так что идемте скорее смотреть. А что я зонт не развернул? Юле очень понравилась мусорка. Смотрите, какой нас встречает чувачок. Это если вы будете мусорить, он вас съест. Побежали скорее. Территория Ялтинского горно-лесного заповедника. Но здесь проход разрешен, да, не надо брать никаких разрешений, именно если идти к водопаду. Побежали скорее, я отсюда слышу, как он громко шумит. Честно сказать, я в шоке. Я иду, я знаю, что еще как бы идти далековато, но такой стоит гул от воды падающей. Мне кажется, мы сегодня будем наблюдать очень красивый водопад. А лес, посмотрите вокруг, какой волшебный. Не знаю, в туманном лесу всегда такое чувство, как будто в сказке, да, в какой-то интересной. Так выглядит все загадочно. Как сильно шумит водопад. Все, что нужно знать о дураках-посетителях. Посмотрите, рядом стоит мусорка, и оно рядом выкинуло свой, блин, стаканчик с трубочкой. Ну не дураки люди. Потому что впадло открыть. Я в шоке. Ну просто, ну блин. Уже вот, ну подними ты крышку, он чистый. Еще. Водопад Учанцу. 98,5 метров красоты. Летящей воды сверху. Еще снежок, видите, не растаял где-то. В городе потеплело. Дожди, везде мокро, сыро. Немного уныло, но, видите, здесь в лесу такая туманная сказка. Друзья, осталось совсем немножечко, совсем чуть-чуть. И я уже вижу эти огромные тонны воды, можно сказать. И что интересно, я думаю, что сегодня мы, наверное, у него единственные посетители. Вряд ли кто-то в такую погоду приедет. Хи-хи! Вау! Красавчик! Вау! Какой бурный сегодня! Красота! Ой, у меня аж зонт сдувает. У-ху! Сейчас подойдем поближе. Итак, друзья, попытаемся к нему подобраться поближе. Не хотим вымокнуть, потому что только переболели. Вот это кайф! Слушайте, народ, там такой ветер, именно вот водопад вниз по ущелью туда. Просто ужас, сносит с ног. Славик пытается подойти поближе, но я думаю, сейчас у него порвет этот зонт в клочья. Придется снимать отсюда, наверное, либо закрывать зонт и подходить ближе. А-ха-ха! Кошмар! Камера постоянно мокра. У меня такое впечатление, что он сейчас на меня обрушится. О, блин, я уже мокрый. Нифига себе. Ну что, я виноват, что ли?
Короче, штанина мокрая вся. Он становится все больше и больше. Гляньте, аж выжимается. Эх, надо было этот зонт ниже опустить. Вот это воды, сколько в море утекает. Представляете, ребята? Кстати, уже начинают воду спускать с водохранилищ. Да, нет бы собирать ее, а ее спускают просто в реки, в качу. Посмотрите, сколько в Крыму воды. Но почему-то решение принято строить опреснитель. Правильно, а зачем углублять существующие водохранилища? Зачем новые копать? Посмотрите, я уже вся мокрая. Красавчик. Ой, блин, вода вся сюда летит. Вот это да. Но вы знаете, еще клиенты подошли на просмотр, обалдеть. Вот и Юлька у нас промокла. Красота. Посмотрите на мое лицо. Блин, ну а что ж мы взяли бы эти плащи непромокаемые? А ты думаешь, что спасут, оно летит все в лицо. Ну все равно, можно отвернуться. Да ты что? Ну опять же, ребят, вот некоторые пишут, эх, что вы ноете, всем недовольны. А я хочу сказать, мы никогда не ноем, да, я уже отвечал в комментариях, мы просто обращаем внимание. Но это такое, да, это повсеместно, вот люди вот в лом открыть этот бак, нормально выкинуть свой мусор, возле него поскидывать, пусть какой-то дядя за копейку уберет. Не уважают труд человеческий абсолютно. Вот по Семизу кто-то нам писал, да, по поводу вот этих вот деревьев покоцанных, кипарисов. Вот скажи, Юль, чтобы уже не отвечать никому. Что? Ну каждый должен заниматься своим делом. Есть люди, которые разбираются, компетентны в вопросах, чем помазать то дерево, как отремонтировать трубу, как сделать набережную, как положить плитку, правильно? Ну почему да. Вы говорите мне, что иди и замажь чем-то? Я вообще понятия не имею, чем замазывать, почему я должна это где-то искать? У меня другое образование, в конце концов. Но на это всегда стоит обращать внимание, чтобы в дальнейшем как-то проконтролировали это, чтобы не допустить таких оплошностей. Ну и Юляшка еще раз решила искупаться. Да ты просто издалека, чтобы так понять. Ну давай, давай. Стой, подожди. Вот это да! Бывает, конечно, и побольше водопад, но и сейчас тоже, нифига себе! Мы уже все мокрые, сейчас поедем домой греться. Друзья, пытаюсь вытереть камеру, но на мне уже сухого места нет. Просто иду, вот, извините, если будет плохое качество видео, все мокрое. Все мокрое, ноги мокрые, штаны мокрые, куртка промокла. Сегодня, знаете, такой день. Побегали, посмотрели на водопад, искупались, облились. Красота. Редко такое мы увидим, но я должна сказать, что мы сегодня ошиблись. Я ошиблась, говоря о том, что, наверное, здесь мы будем единственные посетители на сегодняшний день. Нифига подобного. Только мы подошли, сразу пришли еще три пары человек. Так что посещаем в любую погоду, в любое время года. Наш водопад Учансу привлекателен для людей, для любителей такой красоты. А тут случайно не сполз склон, как-то высоко, да? Ну, наверное, возможно, сель да, проходила когда-то. Смотри, ежик в тумане. О, ролик в тумане называется, да? Да. Ролик в тумане. Главное, тут не ляпнуть. Вот еще идут. Молодцы, вот они уже взяли и надели дождевички. Слушайте, мы приехали, была всего одна машина на выезд. Смотрите, уже три еще подъехала.
смотри, пару человек как раз и подошло. Друзья, ну вот такой коротенький ролик. Мы бы, наверное, бы еще спустились на набережную. Там вроде как шторм разыгрывается. Но мы мокрые, поехали домой греться. Греться и сушиться, потому что заболеть не хочется. Да, хочется быть здоровым. Ну, поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал. И репостом покажите, как вы бывает у Чансу в любое время.